сейчас находимся в Газпроме, ну что-то вроде этого, и у меня соревнования, и поскольку я давно вас не брала с собой на соревнования, то я Я вас давно не брала на соревнования, я решила сегодня снять влог, в котором я покажу, как они проходят. Мы уже приехали в Газпром, уже сделали прическу и макияж, надели платье, но мы танцуем не скоро, и поэтому сейчас мы отдыхаем. Да, Стефан, хоро мешать! Ты нам мешаешь, Стефан. И поэтому мы сейчас отдыхаем, она вообще уже хочет есть, и здесь мы будем с 2 часов до, наверное, 9. Уже 2 часа. Я не знаю. Уже вообще капец. Да. А встала я сама в 8. Наверное, да, в 8. Пока я мне сделали прическу, пока макияж, пока я пожрала. О, Илья. Илья, знакомьтесь. Это Илья. Илья, ты попал в влог, что ты хочешь сказать? А это Стефан. Это все из нашего клуба, ребята. Да, которые написали снимать начало для вас. Для вас. Еще сюда должна приехать Рита. Я обещала вроде как приехать Даша. Рита еще даже не заходила в ВК, она вообще, по-моему, спит давно и долго. Так что я ей просто вот так вот. Я вообще кому-то готовлю на обувь, что ли? Леша. Это мой партнер новый. Да, Леша? Я вообще не знаю, кто это женщина, на самом деле. Смотрите, кого мы нашли. Это Софа и Данил. Это Оля и Вова. Они сейчас судят. А это наш Путин. Смотрите. Скажешь привет? Расскажи, где привет. Ты? Ты чё, не стеснялась? Блогер, давай, расскажи, что ты сегодня сняла здесь? Сняла что? 3 кубка, 3 медали и 1 место. Вот, Даня какая молодец. Будущий чемпион. Так что, хватит. Все, с вами была Диана. Могу вам сказать то, что все наши ребята заняли призовое место. То есть мы выиграли этот турнир. А на этом все. С вами была Диана. Всем пока-пока!